Отсыпали откосы, установили бордюры, заменили крышки колодцев, расширили и заасфальтировали придомовые проезды. Благоустройство территорий у домов номер 49, 49/1 и 49/2 на улице Автомобилистов завершили в Петропавловске. Накануне глава города Константин Брызгин оценил качество работ. Мэр добавил, что при благоустройстве придомовых территорий были учтены пожелания жителей. Уже пятый объект в рамках комплексного благоустройства Петропавловска в этом году завершен. Мы на улице Автомобилистов 49/1 посмотрели качество выполненных работ. Ну, это наш давнишний подрядчик, всегда делает работу с опережением графика. Еще один объект на труда у него. Примечательно здесь тоже, что удалось синхронизироваться с работами по восстановлению отмостки дома. Управляющая компания также оказала содействие в том, чтобы эти работы были выполнены. Поэтому территория преобразилась, на мой взгляд, надеюсь, что жители с удовольствием будут ей пользоваться. При проведении работ по благоустройству мы стараемся учитывать пожелания жителей. Никто, кроме них, лучше не знает, каким образом организовать придомовую территорию, поэтому и на этом объекте тоже учтены пожелания максимально расширить парковочное место, насколько это возможно, но без демонтажа зеленых насаждений. Вот на этом объекте это реализовано. На 2022 год в Петропавловске планируют благоустроить 31 объект. Сейчас идут работы по ремонту придомовых и межквартальных проездов, тротуаров, ливневых канализаций в различных микрорайонах города.